Реальные деньги на воплощение реальных идей. Росмолодежь теперь поддерживает молодых людей. Первыми гранты получили некоторые из участников Всероссийского форума «Территория смыслов» на Клязьме. Среди грантополучателей и председатель региональной молодежной думы Полина Касаткина с проектом «Литературная губерния». Но рассказывает девушка не о своих успехах, а о возможности получить поддержку от государства. К слову, благодаря новому законопроекту о молодежной политике сделать это станет намного проще. И это реальная поддержка от государства на реализацию этих идей. И здорово, что теперь это все объединено и законодательно урегулировано. И непосредственно данный федеральный закон дает правовой статус направлений государственной уже молодежной политики. Федеральный законопроект о молодежной политике обсуждают сегодня на заседании владимирские молодые депутаты и представители молодежных общественных организаций. Именно их коснутся наибольшие изменения. Но для начала парламентарии предлагают все-таки привести к единому знаменателю нормативную базу по всей стране. Иначе смысл задумки попросту теряется. В 92% субъектов Российской Федерации приняты законы о молодежной политике. Это 78 субъектов, которые имеют свои законы о молодежной политике. Однако единого подхода к этой теме, не говоря уже про четкие возрастные рамки, до сих пор нет. Узаконят и возраст российской молодежи. Это необходимо для начисления субсидий, льгот и прочего. Пока же везде по-разному. В одном регионе молодежью считаются лица до 27 лет, а в другом – до 30. Кроме того, законопроект затрагивает интересы студентов. Так, в стенах вузов за их досуг отвечал университет, а после учебы – департамент управления по делам молодежи. Теперь же структуры будут работать сообща. Это позволит максимально разнообразить жизнь молодых людей. Сейчас законопроект активно обсуждают во всех регионах страны. То, что проект закона нужен, это, конечно, наши коллеги-законодатели об этом говорят. Но то, как он будет, из чего состоять, какая будет структура закона, это вот, я думаю, что костяк, этот скелет, как его по-другому называют, целиком и полностью принадлежит инициативе молодежи. Причем собраны инициативы со всех регионов и в самых разных форматах. После обсуждения и внесения правок проект закона направит в Молодежную думу при Госдуме. А они, в свою очередь, выйдут с инициативой к старшим коллегам. Законопроект практически прошел все этапы обсуждения. Дело за малым. Принять его. Михаил Мессиянчик, Александр Мажаров, 6 канал.